Так, ну чё, я внука забираю. Захар, куда поедем? На рыбалку. Вот всё, с дедом поедет на рыбалку. Очки надели? Так, ну-ка, пойдём. Это что у нас, рюкзак? Ой. Где удочка? Вот она, с поплавком. А деда удочки, вот они в углу стоят. Так, ну, собираемся в дорогу. О, очки нужны обязательно. Поехали, Захар. Поехали. Пойдем к машине. О. Потом на сайт вывезем, да, дед? Ну да. Это, давай, сиди. Стульчики надо с собой взять. На чем сидеть-то будем? На, держи, деда, удочки. Вот. Рыбачок, смена растет. Открывай ту дверь заднюю. Я пока... Удочку давай мне. Телефон я куда-то. Ну открывай, что ты не знаешь, как открывать? Вверх ее. Все. Так, а там спиннинг. Я его пододвину, блин. Да, его в сторону. На, удочку твою. Деда, удочки туда вон, к спиннингу. Погоди, погоди. Вот так вот. Ну, поехали. Ну, вот мы и приехали. На озеро лесное. Где там Захар? Вон он. Рыбачок, моя смена. О! На рыбалку торопится парень. Будем рыбу ловить? Да. Ну и все, сейчас наловим. Вот. Красиво, Захар? Еще как. О, еще как. Весна. Так, ну что, берем с Настей и к воде? Давай. Ага. Ну вот, все с Настей заброшены. Ждем поклевок. Внучок караулит поплавок. Деда. А я? Мы же к мысу идем. Тут что-то не ловится. Захар, клюет, по-моему. Давай, Дед. Ну-ка, давай, подсекай. Давай. Крути. Есть? Ага. Все. Молодец. Вот, отходи, отходи. А то... Вот. И к ведерку. Вот, ложи. Теперь снимай ее. Учись. Давай. На спиннинг ложи. Вот. И теперь попробуй сам с крючка ее снять. Свою рыбу. Ага, никак. Вот. Леска где? Вот, тяни. За леску тяни, тяни. Вот и все. Порядок.
Давай на место. Ты за удочки смотришь? Ну-ка, погоди. Где там твой поплавок? Что-то я не вижу его. Нет, я через экран не вижу. Через экран, конечно. Так, давай. Ой, гад, поплавок. А ну, давай попробуй. Мотай. Есть там что? Чувствую. О, есть. Давай. Есть еще. Вот видишь, я тебе сколько раз говорил, отходи, ты лезешь в кусты. Подними удочку. Удочку подними, конец. Вот, поднимают как. Опа. Хотел убежать. Грязнее. Давай ведро ее. Блин, пусть моется. Мне тоже вообще-то руки грязные. Ну, сполосни. Все, порядок? Порядок. Давай, смотри, проверяй. Мотай. Хватит. Ну? Есть, назад. Как я тебе говорил, вот-вот-вот отходи, чтобы... Ну и все. Вот так. Вот так. Поймал. Молодец. Теперь снимай сам с крючка и на место ее. Кто, уклейка? Уклейка. Уклейка. Никак, да? Попробуй. Давай дед поможет. Никак. Помочь? Съела. Получилось. Ты... Ай. Держи рыбу. Заглотишь. Все. Смотри, тут удочки не наступи. Так, вот в таком вот месте мы рыбачим. Конечно, не очень большое место. Чё, Захар? Конечно, не очень такое большое место с бревном. Красиво. Наконец-то вот с внуком выбрались на нашу рыбалку. Классно. О, внучок уже забрасывать. Так, давай дед поможет. Пока с помощью деда, под контролем деда рыбачит. Руку набивает к Астрахани. Давай-ка ее пристрелим. Чё? Змея ползает. Да? Да. Сейчас мы вытащим. Так, ну, давай будем вытаскивать. Захар, давай сейчас мусор соберем тут-то. Тут он, видишь, есть туристы, а есть свин-туристы. Вот эти свин-туристы, видишь, какой тут-то бардак устроили. Мусору сколько. Вот давай это... сейчас мы с тобой вот это крышка мне... уберемся.
Вот смотри, я могу ее двигать. Вот, вот этот все, бутылки, все это сейчас мы в кучу и... Я видел, там бутылку одну. Так, мне только на нее надо добраться. Что в пакеты сложим и в мусор увезем. А такой мусор, который горит, мы его сейчас сожгем с тобой. Да? Подожди, дед. Вон одна. Вот ее заберем, чтобы природа была почище. И сейчас я попробую палкой достать. Сейчас достанем. Пойдем сейчас костер разожгем. Так, где будем где будем с тобой жечь костер? Сейчас... Ты определился? Давай. Вот тут давай. Нет. Пошли, где раньше люди жгли. О, вон там, вон там. Вот пошли туда. Вот на этом старом кострище сейчас разожгем костер и сожгем сухой мусор, который горит. А крупный соберем в пакет и отвезем на помойку. Ага, я сейчас... Ты иди за зажигалкой. А? Ты иди за зажигалкой. А, она у меня с собой. Ладно, так, посмотри. Давай сейчас дрова собирать. Вот. Ну вот, мусор с тобой запалили. Пускай сгорает. А что не горит, то с собой заберем, вон пакет найдем сейчас, наберем, и тут у нас будет почище. Пускай дальше свинячут свиньи. Давай стекло туда. Ну, стекло оно не горит, это мы в мешок вон. Да и... давай лучше. Нет, не надо. Какую природу и загадить. Я попробую палкой. Тошно людям, когда чисто все, аккуратно. Надо после себя срач оставить обязательно. Оставим детям чистую природу. Это мусор, дед. Ага. А дети после взрослых наоборот убирают мусор. Не для детей оставили чистую природу, а дети чистят природу от свинтуристов. Вот лужайку почистили, тут и вот порядочек. Все, Захар. Давай. Мусор теперь сейчас вот догорит. Мы его зальем водой и поедем. Там крышка, не надо. Там...
Открой. Вот после себя оставили порядок. Давай, мой руки. Тут крыска. Не надо. Давай я полью. Держи. Давай, заливай костер. Потихонечку. Дальше, дальше. Во. Все, теперь поехали домой. Рыбалка закончилась. А, ведро! Чего? Ведро забыли. Ведро там и на месте. Пойдем посмотрим. Смотри, как дым. Где ведро? Вон на месте. Сейчас потихонечку соберем все снасти и поехали домой. Вот оно ведро и наш скромненький уловчик уклейки. Да, Захар? Ага. Ну как, рыбалка? Во! Ага. Молодец! Довольный? Да, сейчас. Вот, ну вот, с дедом съездил на рыбалку. Рыболовчик мой.